одним из выстрелов потерял линесброс. Он цеплялся на резиночку в эту сторону. Был линесброс. Подумал и сделал просто из проволоки. Закрутил его таким образом. И он срабатывает. Зацепляешь. Раз, два. И при натяжении линии, при выстреле происходит сброс. И обратно. Покажу, как закручивать. Простая проволока. Слаживаем сначала пополам. Просто слаживаешь. Ну, не совсем до конца сжимаешь. Тоненько сжал вот так. Потом загибаешь сразу у кончика под градусов 90, самый кончик. Не надо оставлять много, иначе будет тяжело сбрасываться. Берем гвоздь, прилаживаем, захватываем плоскогубцами и закручиваем одну сторону. Переворачиваем. И закручиваем. Вторую сторону. Почти готов. Сюда можно зацепить сразу резинку круглую, чтобы одеть. У меня еще здесь хомутик, чтобы при выстреле он не смещался каждый раз ниже, ближе к ручке. И затем, после того, как вот так сделал, замотал, вот сюда можно намотать пружинку, резинку. На гвозде я сделаю последний штрих. Это скручу сам линесброс. Вот все готово. Таким образом. Тут выровнял его немного, одел и будет работать вот таким вот образом. Первое, что я скручивал, сгиб, он упирается. Длинным его делать не надо. Если будет очень длинный, будет сложно ему перепрыгнуть через натяжение, и линия сброс работать не будет. Вот такая приблуда, быстрая и рабочая.